Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня пришло время ответить на самый главный вопрос. Почему нет рекламы? Как ты зарабатываешь на жизнь? Сколько ты зарабатываешь? Ребята, зарабатываю я 100 доги-коинов, 35 биткоинов, 4 попугая и 17 удавов ежемесячно. Уже все ответили за меня. Рынок в этом году совсем не радует. Инвестиции в начале года осенью не то что принесли прибыль, они даже не окупились. Поэтому нужно знать один секрет выживания на рынке. У вас должны быть другие источники дохода, кроме этого. И сейчас я расскажу вам об одном из них. Кроме Ютуба, конечно же, в рамках которого у меня существуют и другие проекты, последние 4 месяца я занимаюсь разработкой конкурента BestChange. BestChange — это мониторинг обменников валюты и криптовалюты. Впервые с обменниками я познакомился тогда, когда хотел поменять валюту, как ни странно. Кстати, забавно, что Word исправляет слово «обменник» на слово «обманщик». Никаких совпадений. К сожалению, первый опыт с обменником был не очень приятен, ведь он оказался неудобным, непонятным, да еще и с ошибками. К тому же дико бесило, что комиссии за денежные переводы считать нужно было самостоятельно. Вот тогда-то у меня и возникла идея создать свой мониторинг. Его нужно было сделать качественным, удобным и совмещающим желания пользователей. Чтобы не создавать новый сайт с нуля, я выкупил уже существующий и приступил к работе. Конечно же, параллельно я не забывал о криптовалюте и Богатейшем Ди, который в конце концов неожиданно стал стилем жизни. Половина купленного сайта не работала, функционал был беден, дизайн не свежий, код кривой, а икра просрочена. Исходя из этих проблем, выбор валюты был хаотичен, вид непонятен, а из-за ошибок в коде сам сайт постоянно глючил. Через несколько месяцев я решил все-таки нанять толкового программиста, чтобы он оптимизировал этот чертов код и исправил другие косяки. Поэтому вся программная часть сошла с моих плеч на его, а моей задачей стала база данных обменных пунктов. Мне нужно было обновлять ее, удаляя старые неактивные обменники и добавляя новые. Много времени я потратил на проверку актуальности и доверия к этим площадкам. Добавляя что-то новое и изменяя что-то старое, я пришел к тому, что такой конструктор ни к чему не приведет. Поэтому было принято радикальное решение изменить абсолютно все и с нуля. Начал я с глубокого анализа других мониторингов. Я сравнивал их личные кабинеты, партнерские программы, дизайн, удобство, пожелания пользователей, взвесил плюсы и минусы. После чего решил это все улучшить, чтобы человек, который пользуется нашими услугами, получил все, что ему ранее не хватало. Конечно, я стартовал с самого малого, пополнял базу обменных пунктов, при этом с каждым из них вел переговоры. С пополнением базы нашел способы сотрудничать с англоязычными, азиатскими и европейскими обменниками. Конечно же, на этих рынках с крупными игроками я все еще не могу конкурировать, но у меня все впереди. Я делал то, что было в моих силах. Улучшал сайт, активно добавлял новые валюты, создавал иконки для каждой валюты, а программист одновременно с этим занимался оптимизацией сайта, переписывая многие вещи просто с нуля. В июле впервые с момента создания обменника я отпраздновал небольшую для себя победу. Мой мониторинг включил в себя почти 35 тысяч валютных направлений. Сколько же времени я убил для описаний каждой валюты, указаний комиссии и других особенностей, чтобы пользователям было удобнее пользоваться этими услугами. Когда все это дело было подведено к логичному концу, я стартовал переговоры с крупными криптобиржами. Предметом разговора было размещение их ссылок на наших сайтах. Конечно же, после таких телодвижений мониторинг не мог не включить в себя и криптовалютные направления для обмена. Я добавил криптовалюты, национальные платежные системы и другие специфические виды валюты платежных систем. К примеру, в отличие от конкурентов, у нас можно найти обменник даже для App Store аккаунта. Моя команда стала первой, что сотрудничает с обменником, который работает только с юридическими лицами. Мы — это те, кто добавил платежные сервисы Alipay и WeChat в мониторинг. Много мониторингов могут этим похвастаться. Далее перед нами стал вопрос поддержки наших пользователей. Они всегда должны иметь возможность задать вопрос и получить на него ответ как можно быстрее. Сегодня наш мониторинг, пожалуй, единственный из тех, кто представляет такую оперативную онлайн-консультацию. На нашем мониторинге операторы работают круглосуточно. Кстати, за это я выплачиваю им зарплату. Все стало налаживаться, но единственный момент, смущающий меня, был дизайн.
Ведь дизайн – это залог эффективной и быстрой работы. В дизайне я так же силен, как и в программировании, поэтому задача была найти качественного дизайнера для моих целей. Как итог, мы имеем корректно работающий дизайн, которым удобно пользоваться как на ПК, так и на других устройствах. Было пересмотрено сотни вариантов блока выбора валют. Я решил остановиться на той версии, которую вы наблюдаете сейчас. Это гибридная модель статичного выбора из списка и живого поиска. А потом началось. Мы добавили актуальные новости мониторинга, онлайн-калькулятор, который позволяет вам посчитать вашу сделку до ее совершения. Также не забыли оповещать наших пользователей о появлении нужного курса или резерва. Конечно же, мы добавили и функцию двойного обмена, с помощью которого можно выгодно сэкономить на обмене. А также не могли обойти стороной статистику и историю по каждой паре, которая открыта для всех пользователей. В этот момент я понял, что пора делать ребрендинг. От старого сайта, который я купил в начале пути, не осталось практически ничего, лишь какие-то маленькие отрывки программного кода, поэтому и название должно стать новым вместе с обновлением всего остального. С названиями у меня всегда было туго, даже назвать YouTube канал уже становилось испытанием. На самом деле названий было придумано очень много, но в конце концов выбрано как раз таки Exchange Sumo, ведь Sumo — это борьба, а Exchange — это собственно сам обмен. У нас происходит борьба между обменниками, борьба за пользователя, борьба за право называться лучшими. Поэтому такое название вполне символизирует то, чем мы занимаемся. Логотипов также было пересмотрено множество, но остановились на этом. На данный момент на нашем мониторинге можно найти более 400 обменников, а их число стабильно растет, хотя и достаточно медленно. Я постоянно мониторю курсы и отзывы, чтобы оперативно исправлять ошибки. Большое внимание наша команда уделила и вашей безопасности. Ваши данные полностью анонимные. Никто, кроме вас, не узнает, что именно вы хотите сделать. Сейчас мы создали группу ВК, если у вас будут вопросы, вы можете воспользоваться личными сообщениями группы. Удобно ведь? На крупных финансовых площадках мы тоже есть, все ссылочки будут в описании под этим видео. На сайте, кстати, еще добавлены блоки комментариев, пожеланий и отзывов об обменниках. Пожелания и предложения я лично рассматриваю по мере их появления. Сейчас разрабатывается партнерская программа. Она в корне будет отличаться от других аналогов, и с ее помощью можно будет зарабатывать приличные деньги. Да и таким образом вы станете ближе ко мне. Сегодня я немного приоткрыл занавесу другой моей жизни. Если вам интересно, чем я еще занимаюсь, пишите в комментариях, обязательно ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. А еще не забывайте переходить по ссылочке в описании, пользоваться обменниками и богатеть. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого.